Говорят, мы первое поколение, которое выросло в смартфонах. У взрослых в детстве их не было. Но сейчас, похоже, без гаджетов не может обойтись никто. А вот, я вижу, у вас есть смартфон. Вы часто им пользуетесь? Ну, да, конечно, у меня вся жизнь. А для чего вы его используете обычно? Ну, для общения и для учебы. А смогли бы вы от него отказаться? Не совсем. Нет. А почему? Ну, потому что это связь с близкими. Ну, скорее всего, нет, он очень удобен и для работы очень полезный. Ну, теоретически могла бы, но пока не собираюсь. Потому что это связь, это работа. Ну, по работе у меня просто студия, и поэтому я постоянно общаюсь с клиентами, с гостями, которые ко мне приходят. То есть, если убрать телефон, то... Как раньше, то есть это звонить, стационарный телефон, как поддерживать связь тогда? У вас есть смартфон? Да. А вы часто им пользуетесь? Да, с утра до вечера. А для чего? Ну, в основном по работе. Вы бы смогли от телефона отказаться, не совсем? На совсем. Ну, вот сейчас точно нет. Часто вот пользуетесь телефоном? Нет. Очень редко. А когда пользуетесь вам? Понадобится. Ага. Ну, то есть для работы, да? Да, чисто для работы. У меня дочь, внуки все в Москве. И я постоянно с ними в контакте. И с приятельницами, с подругами своими. А смогли бы вы отказаться от Никогда. Нет?